Трудно переоценить значимость уроков рисования для полноценного развития личности ребенка. Этот вид творчества – важный способ познания мира. Рисуя, ребенок рассуждает, сравнивает, самостоятельно принимает решения. Он начинает замечать прекрасное, развивает фантазию, наблюдательность, пространственное воображение и, если хотите, аналитическое мышление. У детей школьного возраста села Визирка и других сел будущей объединенной Визирской громады есть возможность посещать уроки рисования и живописи у настоящего художника, который ведет студию изобразительного искусства в Доме творчества фонда имени Алексея Ставницера. Сегодня Дом творчества курирует вдова Алексея Михайловича Елена Вадимовна Кузьмина. Занятия проходят на безоплатной основе. Детям даже нет надобности брать с собой на уроки бумагу, краски, кисточки, карандаши. Материалы выделяет Центр творчества, фонд Алексея Ставницера. Полностью выделяет материалы. То есть есть все условия, есть пособие. Вот телевизор у нас есть, то есть мы можем там смотреть какие-то видеоуроки, иногда какие-то фильмы по живописи, то есть про художников. В основном наша студия занимается рисунком, живописью и основами композиции. Мало кто знает, но все эти навыки крайне необходимы людям таких творческих профессий, как режиссер, видеооператор, фотохудожник, дизайнер, архитектор, художник-модельер. Но дети пока об этом не задумываются и рисуют в свое удовольствие, передавая эмоции и впечатления. Летний пейзаж, как я провела лето, где была, тут море, пляж. Валентина, староста группы, занимается в изо-студии уже не первый год, мечтает стать воспитателем детского сада и обучать малышей рисованию. Сначала мы будем начинать рисовать из самого легкого, потому что детки маленькие еще, они не понимают, что такое тяжелая живопись. Для того, чтобы научиться рисовать, Валентина и другие члены коллектива изо студии приходят на занятия два раза в неделю и трудятся здесь по 2 часа. Они сами выбирают, в какой технике будут работать. После обучения все расходные материалы необходимо сложить на полки и убрать за собой рабочее место. Я узнала, что можно рисовать много картин разных, натюрморты там. Еще мне больше нравится рисовать очень красками. 3 года уже проходила на рисование, и это мне очень нравится. Сегодня из-за студия Дома творчества села Визирка проводит набор слушателей. Для записи учащимся необходимо только заполнить простую анкету и подписать ее у родителей. А дальше каждый может заниматься творчеством, рисовать картины, отображая мир таким, каким он открывается только для тебя.